задницу! Повезло, повезло. Получилось, не фартануло. Меня часто спрашивают, на каких серверах я обычно играю. Я могу ответить, что одни из самых старейших русскоязычных и лучших приватных серверов – это UWoW в World of Warcraft. Проект был открыт аж в 2009 году, буквально за полтора месяца до выхода Left 4 Dead 2. За это время сервера UWoW только развивались, улучшались и до сих пор держат стабильный онлайн игроков. Правила на серверах придуманы так, чтобы нормальным, адекватным людям, вроде нас, было приятно проводить на них время. Донат очень непринужденный, ни к чему не обязывающий. Вы можете приобрести почти любую вещь, животину, спутника, сменить внешность, расу и многое другое. Вас ждут игровые миры LK с рейтами X1 и X30, Pandarian с X1 и X5 и, конечно же, Legion с рейтами X5 и X100. Если это ни о чем вам не говорит, ничего страшного, сообщество всегда радо новым игрокам. Ссылку на их сервера я оставлю в описании. Эй, чё с камерой? What the fuck? Камера. Это вот казино! Wait, look at the tank! Ты это видишь? Нет, что там?
А где Фрэнсис? Он где? Он под картой. Ладно, вы чё? Hang in there, buddy. Hang in there. We got this. We got this. У меня чёрный экран, и я вижу только ауры. What the fuck? Не, кройте. Ну. Хоть чем-то пригодился. О, дверь вижу. Подожди. Да. Вот мы. Я не понимаю, куда идти. Ну где мы? Ты же нас видишь, ну? Да. Ну так заходи, все. Слепого дедушку ведем. Он притаился на крысище! Давай, бумер же, рожай. Чё стоишь, смотришь на меня, ублюдок? Тут еще трое огненных, или мне показалось? Ты хоть раз такое видел? Зажигательный лол. Два? Нет, не два. Everybody grab some incendiary ammo. Сколько зажигательных ты видишь? Раз, два, три, четыре. А сейчас сколько зажигательных ты видишь? Пять. Чё? А чё, они все тут взяли? Пять зажигательных в толчке. Ты все сожрал? Нет, там не было. Что ты гонишь? Отвечаю. Баг, наверное. Son of a bitch. Сука. Nope. Nope. Ах, он им надо, что ли? Nope.
Че? Все, давай, пока. Че, паскуй? Счет 2-2-2-8. Вот он. А, лол. Давно таких шуток уже не видел. 5, наверное.